Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. Идем быстренько с тобой в магазин, в предметы. И покупаем. Да-да, друзья мои, вы не ошиблись. Последний ДНК на нашу шинигами. А это говорит о том, что мы ее можем прокачать до фул звезд. Ну что, родная, 10... А-тя-тя-тя-тя, вот тебе и косячок. 10 тысяч мутагена нужно, а у меня всего лишь 5. Ну, я думаю, мы это с тобой сейчас быстренько исправим. Так, Север Монтес нам здесь выпадает. Единственное, что хотелось бы на арене, если мы скинуты, не очень далеко. Ладно, сейчас мы быстренько с тобой заберемся в топчик. А вот где дальше нам брать мутаген? Пока даже ума не приложу. Можно, в принципе, купить, но у нас долларов маловато. Что тогда в этой ситуации делает Рэй? Да ничего, сидит и чешет репу. Думает, как обычно. Ладно, что-нибудь придумаем. 5000 это все-таки мало, ребята. Ой, точнее, много, много мутагена. И так вот нахрапом его нигде не возьмешь. На аренке мы здесь с тобой можем, конечно, подраться, повыбивать. Но, опять же, это мало. Мало будет. Ну, за события мы, кстати, можем с тобой тоже там отбить пару тысяч, да? В общем, я думаю, что справимся сегодня. Так, переходим с тобой на какую? На 67-ю, да, позицию. Слушай, наверное, нам хватит. Я вот так вот прикинул, должно хватить. Так что не будем заранее паниковать. И шинигаму сегодня. Шинигаму. Шинигаму. Ну ты понял, шинигами сегодня мы прокачаем. Вот. Давай, наверное, бомбанем валунчиком. Так, Армагуша завалил. Кто-то мне писал буквально вчера или сегодня в комментариях, что он сравнивал на взломке все удары всех прокачанных бойцов и сказал, что на первом месте, я вот почему-то немножко сомневаюсь, но он сказал, что на первом месте идет Крысиный Король. На втором идет Шреддер, на, по-моему, на третьем идет Армагон. Но то, что на первом месте идет Крысиный Король, я что-то, ребят, я... Там он по процентовке написал, там 160, 140 и 180, по-моему, процентов идет к дамагу. Если у Крысиного Короля будет 180% к дамагу, я не знаю, ребята, кто вообще тогда против него может устоять. Но видишь, это я подтвердить не могу, так как он у меня не прокачанный Крысиный Король вообще. И на слово верите, ну как бы тоже, не знаю, ребята, всякие, знаешь, фейковые новости приходят. Также и комментарии. Там, помню, сколько раз было там, вернись в Tower Conquest обновление. Или там, например, вернись в игру Вперед на зомби-войну, там новый уровень открылся. Естественно, ребята, ты это проверяешь, лично убеждаешься. Ничего нету. Единственное, я верю, когда разработчики сами пишут мне на почту, там вышло обновление, не хотите ли там прийти, поиграть. Естественно, ты соглашаешься, а вдруг у тебя нет твоей старой записи. Они тебе дают уже прокачанный аккаунт, там дают тебе кристаллы, там целую кучу всяких плюшек, только чтобы ты, например, продолжил там играть. Это да, тут не поспоришь. Тут, как говорится, всякий фейк уже убирается. А когда просто пишут ничем не подтвержденные вот такие вот комментарии, то, конечно, ты в них очень-очень сильно сомневаешься. Так же и тут, ребят. Ну, Крысиный Король. Ну, ну сами подумайте, ребят. Ну, он... Ну, массовая атака, да, выпускает крыс. Ну, чтобы 180% к дамагу, это... Не знаю. Если может еще кто-то это подтвердить, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Потому что я думаю, что на взломке много-много людей играла или играет. И вот хотелось бы мне услышать ваше мнение по этому поводу. Потому что если это так будет, то я действительно бы стал бы сразу прокачивать Крысиного Короля. Так, ну что, друзья мои, у нас с вами какая там 32-я позиция, буквально еще 3 поединка, да, и мы с тобой вернемся на наше место тепленькое. И надеюсь, мутагена набьем. Тут же, в принципе, все, весь сыр-бор идет за мутаген. Потому что 5000 нам нужно для того, чтобы прокачать шинигами. События у нас пройдены все. Единственное, что попросили поиграть в клан Фуд.
Ну, раз попросили, значит, пойдем поиграем в клан Фуд. Так, Дони, давай жги. Ну что ж ты, Дони, Дони. Сейчас кого-то ушатают, наверное, нам, да? Было близко. Но ничего не вышло. Слушай, ну она крутая, на самом деле. Пускай она сейчас не смогла подбить, потому что она слабенькая. Но на деле, я представляю, если ее прокачать полностью, она будет напоминать мне вот этим электрическим разрядом того самого Кревета из Дракона Всадники Олуха, который тоже вот так же бомбит молниями, и все, ребята, там заворачиваются кеды практически у всех. Мои так драконы просто вянут. Почему я всегда его, в принципе, первым и пытаюсь уничтожить. Так, ну что, давай вот эту вот командочку возьмем. Вернем Шредера, возьмем Усаги. Раз, два, три. Естественно, тут все довольно легко. Усаги делает вертушку. Армагон добивает своими шипами, и мы с тобой продвигаемся дальше. Ну, а Шинигами давай рассудим, чем она хороша и чем она плоха. Ну, первое, чем она плоха, ребята, это то, что у нее нет массовой атаки. Второе, чем она плоха, что у нее очень маленькая физическая защита. То есть вблизи ее пробивает очень быстро. Из положительных плюсов могу, наверное, отметить очень сильную ульту. Она наносит всего лишь урон по одному противнику, но она очень мощная. Это вызов летучих мышей. Ну и, наверное, все. Еще можно отметить, что это подруга Карайки, насколько я могу понимать. Потому что я не досмотрел мультсериал до конца, но насколько я могу понимать, что Карайка, она как-то дружила с Шинигами. Вот. Но почему-то Шинигами мне больше напоминает, знаешь, кого? Какую-то ведьму, ведьмочку. Ну, знаешь, вот которая, вот эта шапа у нее такая с полями большая, и ей не хватает только в руку взять метлу и летать на шабаш, ё-моё. Ну, похоже на самом деле. Вот у меня больше ассоциация с ней именно как с ведьмой, а не как с каким-то там бойцом. Вот, ну и в принципе все, ребята. Массовых атак нету, слабое здоровье, как бы особых преимуществ нету. Но тут, понимаешь, выбор невелик. Мне нужно все равно было прокачать персонажа до сотого уровня, и я, в принципе, это сделаю. А там уже, как говорится, выбирай предпочтение. Стоит ли играть им, не стоит ли. Как бы дело твое. Ну что, мы, по-моему, все, ребята, забираемся с вами на первое место. Обратно. Да. Мастер 3 звезды. Идем сюда, забираем награды. Тут, видишь, 50 мутагена, 200, 100. Ну, маловато на самом деле. Тут тыщенка наберется от силы. 1000, да? А нам нужно 5000. Ну, сейчас уже, наверное, поменьше, потому что мы еще сейчас немножечко все-таки подрались на арене. Думаю, где-то 1000-другую мы отбили там. Ну, на поисках можно сейчас будет еще немножко отбить, скорее всего. Так, сейчас мы... Давай-ка нейтрализатора нейтрализуем. Окей. Добили. Так, минус белка. Ну, тут, наверное, можно поставить защиту на всякий случай. Ты гляди-ка, постепенно урон повесила. На тебе. Переходим с тобой на последнюю, вторую волну. Хан, тигриный коготь и мутагеноид. Раз. Давай, наверное, вызовем маузеров. Отлично. Так, сюрики от Дони. Вообще четко. Вообще великолепно. Ну что, ребята, серию испытаний прошли. Нам нужно еще поднять уровень персонажа. И, соответственно, уровень персонажа мы поднимать, наверное, не будем сейчас, в данный момент, чтобы не тратить мутаген. Забираем здесь. Так, и сразиться в боях. Так, переходим опять же на нашего паукуса, в его навыки. И нам нужно найти пленку с катушкой. Поехали. Нету. Вот она, нашли. Кстати, у нас уже 14 тысяч мутагена. Ребята, чем мы волнуемся, все у нас будет хорошо. Так, и 12 знаков. Раз.
2. 3. 4. 5. 6. Так, это уже половину нашли, да? 7. 8. 9. 10. Так, еще 2. Еще 2 знака и все, ребята. 11. 12. Вот они, и собраны у нас номера. Сколько? 1200, я могу себе позволить. Друзья мои, прокачиваем до 6 ступени. Это тьфу. И остается у нас кружащийся паук. Да-да, это тот самый кувырок, который делает паук и бьет своими вот этими щупальцами по врагу. И все, ребята. И, кстати, тут очень даже легко прокачаться. Ну, по крайней мере, до 5 ступени. Нам нужно найти всего лишь 2, как ты видишь, джойстика и плюс 8 пультов от телевизора. Все, ребята. Так, забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа. Где у нас Шинигами? Вот она, красавица наша. Вот она, роднулечка моя. И вот, ребята, тот самый удар, про который я вам говорил. Не топырь, не топырь. Шинигами превращается в стаю летающих мышей, нападающих на врага. С вероятностью 30% противники получают блокировку исцеления на 2 хода. То есть она блокирует хил. С вероятностью 30% противники получают постепенный урон на 2 хода. То есть она мало того, что блокирует хил, так она еще и вешает вампиризм. Ну, то есть противники будут получать постепенный урон 2 хода. И скорость на 1 ход. Я так понимаю, минус, да, скорость? Или скорость получает наша Шинигами? Тут вот непонятно, видишь, тут скорость на 1 ход. Скорее всего, скорость получает все-таки наша Шинигами. То есть фокус у нее увеличивается. Это на самом деле круто, ребята. Ну что, и нам нужно поднять уровень персонажа, ну, 7200, а у нас 5000, может быть, сможем это сделать на более слабом персонаже. Вот, например, здесь. Да, вот тут как раз у нас получается. Такой радостный пибовчик запрыгал, веселый. Все, ребята, очень-очень круто. Шинигами прокачалась, вообще ништяк, ребят. Я теперь даже не знаю, нам монеты вот эти вот копить уже вообще нет смысла. Почему? Ну, потому что за монеты мы приобрели все, что можно. Все, абсолютно. Эти осколки вот эти, от них нам толку вообще никакого. Потому что у нас их, сам видишь, сколько. Так что все, монеты автоматически отпадают от нас. И теперь переходим на жетоны. Теперь нужно фармить жетоны, покупать персонажей за жетоны, а на монеты вообще даже не обращать внимания. Ну что, клан Фуд, говорите, пройти? Или же все-таки пойдем и борцы с преступностью пофармим наших мутантов? Ладно, пойдем в клан Фуд. Так, а стоит ли вообще этих брать против... Ну, майки-то ладно. Ну, давай вот так вот сделаем. Я думаю, здесь вчетвером можно пройти. Естественно, ставлю на автобой. Клан Фуд. Начинает они сразу, как ты видишь, с 70 уровня. Так, отлично. Ну, первая волна пройдена. Вот здесь уже будет поинтереснее. Тут у нас... Ага, Рафаэль берет провокацию. В принципе, правильное решение. Этот сюрикены запускает. У них нету медика, поэтому, естественно, хильнуться они не смогут. А мы потихоньку их тут разберем. Контратака от Рафаэля. Ага, не тут-то было. Пробиваем и... Ты глянь-ка, а? Но он не попал, ребят. 70 уровень Бакстера Стокмана промахнулся своей смертельной волной. Ярость Рафа подключает. Ох, это вообще имба. На, сразу минус бибов. Тут же и саблезуб падает. Заморозка не срабатывает, контратака идет в ответ. Ну тут вообще топово разобрали, ребята. Вообще козырно. Иногда автобой может все-таки сделать нормальное решение. Просто разнесли в пух и прах мы противника.
Ну что же, у нас еще одно событие там. Точнее, два события будет в Кланфуте. И здесь мы получаем с тобой снаряжение Кланфут. Так, погнали дальше. Как видишь, тут уже немножко поопаснее. 80-й уровень у врагов. А на третьей волне, насколько я могу понимать, будет все 90-е, да? И тем не менее, все равно мы, наверное, пройдем. Тут промахнулся, потому что на нас висит уклонение. А уклонение от Рафаэля это... Точнее, от Микеланджело это просто пушка. Ну вот здесь, конечно, я не согласен. Донателло зря сделал вот эту вот массовую атаку на одного противника. Об этом я уже неоднократно говорил, что так делать не надо. Ну, что я могу сделать? Я же не могу приказать компьютеру играть как-то по-другому. В принципе, здесь очень... Вот, Донателло делает защиту. Нормально, молодец, красавчик. Лео проникающим убивает Карайку, хотя на самом деле я бы лучше бы сделал бы это на Бакстера Стокмана. Ну или на худой конец на Криса Брэдфорда. Как бы я считаю их потенциально опаснее, чем, например, та же самая Карайка. Так, вырубаем Шредера. Контратака идет на Криса Брэдфорда. Майки вряд ли его пробьет. Так, здесь ответка Бакстеру идет. Добивает все-таки Криса Брэдфорда. Заморозка не с... А, сработала, ребята. Удивительно. Удивительно, несмотря... А, у нас не было уклонения, все понял, ребят. Это мой был недочет. Нет, маузеры твои здесь не помогут. Пробиваем. Все. Здесь, друзья мои, тоже, как говорится, автобой выкатил, как говорится, выкатил. Нормально сыграл. И теперь последний у нас поединок, где уже я буду своими ручками сам играть. Не забывайте, что сегодня суббота, завтра воскресенье, послезавтра понедельник. И это обновление всего. Это уже у нас новая неделя, это новый фарм, новые задания, в общем, новые приключения, ребят. Так, ну что, делаем с вами опять же уклонение. И желательно здесь, наверное... Хотя на них тратить мы не будем ни одной массовой атаки. Вообще, ребят, не будем, потому что это, ну, обычные самураи механические. Так что разберем их. Хил у нас с тобой есть, так что ничего страшного не будет. У нас, тем более, у нас с тобой уклонение, крит, атака и усиленная атака. Погнали. Да, долго, конечно, плюсы разбирают, тут не поспоришь с этим. Но они нам особо ничего сделать не могут, как-то видишь, они промахиваются. Ага, минус 2. Вот это плохо, что заблокировал способности. Сделаем защиту дополнительную. Так, нифига себе, он заморозку делает, оказывается. Не знаю. Оу! Две заморозки было сейчас. Но опять же, ничего страшного пока нету. Так, что-то они на майке все переключились. Минус. Так, хорош нам прыгать. Почему у нас Леонардо стоит в такой позе, как будто на нем какой-то негатив? Я вообще негатива никакого не вижу, но он стоит на коленочках. Так, ребят, давайте я здесь, наверное, одну масуху сделаю. Попробую вырубить Рахзара. Надеюсь, постепенно его уничтожат. Вот так вот. Дальше попробуем. Ай-яй-яй, хотя подожди, нормально. Постепенно уничтожила, здесь делаем проникающий. И переходим на третью волну. Так, здесь сразу же автоматически берем провокацию на Рафаэля, чтобы контрить. Плюс сюрикены, муху надо валить желательно быстрее, чтобы он не успел хильнуться. Попробуем, Шредер на Рафаэля, да? Сейчас контратака. Еще контратака. И еще контратака. Все, успокоились. Делаем с тобой отхил. Контратака. Теперь уничтожаем, наверное, Шархана. Делаем дополнительную защиту. Плюс можно, в принципе, взять уклонение. Вообще, тогда будем непобедимыми. И, соответственно, разбираем. Контратака сейчас пойдет от Рафаэля.
Вот это уклонение очень жесткое, лютое, потому что... Потому что попали, ребята. А раньше почему-то, когда он делает вот это уклонение, попасть по нему практически невозможно. Все время мы мазали, промахивались. Но здесь, видимо, нам фартануло. Так потому что у нас было, вон, смотри, сколько положительных эффектов. Поэтому и попали. Ну что, друзья мои, клан Фуд пройден на ваших глазах, как вы и просили. Ну, а теперь, я думаю, что остатки сыра мы с тобой пустим на фарм наших мутантов-животных. Я думаю, что с этим никто не будет спорить. Ну что, поехали. Сколько у нас попытки? 4. Ай. Да что ты вот... Вот как всегда вот начинается. Ноутбук Дони. Во, вот спасибо. Кожа головой. Уже другой разговор. И осколки. И осколки, ребята. Ну и получается, что все. Абсолютно все, ребята, пройдено. Все зафармлено. Все, как говорится, у нас четенько вышло. Как говорится, на такой ноте не грех и закончить серию. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.